Цепсют. Всем здравствуйте, с вами Руслан. Сегодня о замене аккумулятора iPhone 7. Приступим. Подогреваем на сепараторе до 65 градусов, чтобы проклейка маленько размягчилась. Выкручиваем нижние винты торцевые. Далее можно ногтем, если ногти острые, у меня, к сожалению, пострижены, можно лезвием. Аккуратно поддеваем между рамкой и корпусом. И приподнимаем дисплей. Клей у нас размягчился. Так, отскочил. К сожалению. Изопропанол подливать не будем. Клей мягкий. Далее ногтем аккуратненько по периметру отклеиваем проклейку. Во всех местах. Есть. Маленько стягиваем дисплей вниз и открываем телефон. Видим, телефончик у нас уже ремонтный, имеется какая-то пломба, которая уже сорвана. Далее нам потребуется снять вот эту нижнюю пластину. Для этого специальной отверткой, вот такой трехлучевой, откручиваем 4 винта, которые ее держат. Откручиваем, убираем в сторону. Аккумулятор здесь уже мененный, хлястиков я не вижу. Скорее всего, аккумулятор не оригинал. Винты разные, стараемся их не перепутать. И последний винтик убираем в сторонку. Приподнимаем защитный щиток и отключаем аккумулятор. Далее в нашем случае лопаткой, так как нету хлястиков, пытаемся поддеть аккумулятор. Вот так он держался у нас на одной полоске двухстороннего скотча. Вот она, довольно таки плохо. Возьмем новый аккумулятор. Ссылочка на аккумулятор будет в описании, можете пройти, посмотреть, купить. Также там есть другие ссылки. Разворачивайте описание, и там все есть, вся информация. Ложим. Подключаем и пытаемся включить. Есть картинка. Ждем запуск. Телефон принесли с другого сервиса с диагнозом замена контроллера питания. Телефон просто выключался при работе. Итак, телефончик у нас успешно стартанул. Стоит, конечно же, пароль, так как это iPhone. Батарейка 40%. Вполне себе адекватно себя ведет. Далее собираем все в обратном порядке и выдаем клиенту. Давайте приступим к сборке. Сразу покажу. Выключим аппарат. Чтобы себя успокоить. Проклейки здесь не было толком. Ставить я ее тоже не буду, потому что у меня ее нету. Да и смысла в ней особо тоже я не вижу. Данная проклейка защищает только от пыли. Телефон ни в коем случае не водонепроницаемый. Так что не надо топить свои айфоны. Тем более 7. Там защита вообще почти никакая. Вкручиваем обратно винты в правильном порядке. Где какой был, стараемся не перепутать. 3 винта одинаковых, один винт у нас побольше. Все винты магнитные. Есть. Приподнимаем
аккумулятор. Берем клей. Я клею на Т7000 прям корпусу, потом легче будет снимать. Деться он никуда отсюда уже не денется. Но в случае последующей замены снимать будет гораздо проще. Ложим аккумулятор на его место. Сначала верхнюю часть вставляем, потом часть, где у нас вот шлейфа, а потом уже противоположную. Все аккуратно защелкнулось. Ничего нигде не брякает. Еще раз включаем. Есть яблоко. И закручиваем нижние винты. Обязательно закручиваем нижние винты. Если вы их где-то потеряли, лучше сходить в магазин и докупить. При ударе оторвется экран, выпадет вся внутренность и, скорее всего, сгорит подсветка. Такие случаи уже бывали, и лучше до этого не доводить. Винтики стоят 35 рублей в магазине. Это парочка специальных винтов. И второй. Есть. Телефончик у нас запустился. Как вы видите, 40% никуда не делось. Тач отзывается, работает корректно. Стоит пароль. Дальше мы никуда не лазили. Остальное все должно работать. Такая была легкая замена аккумулятора. Вам спасибо за просмотр. С вами был Руслан. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Скоро увидимся. До новых встреч. Пока-пока.